Во Владимирской области девушка получила 3 года лишения свободы за ДТП с погибшим. Как установил суд, в марте 2021 года 21-летняя девушка села за руль чужого автомобиля BMW в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения. Владелец машины в это время находился на пассажирском сидении. Девушка ехала с большой скоростью в гололед. В результате неосторожного вождения автомобиль влетел в дерево. Хозяин авто скончался на месте аварии. Девушка вину свою признала и раскаялась. В итоге суд отправил ее в колонию-поселение на 3 года. После выхода на свободу она еще 2,5 года не сможет сесть за руль. Близкие погибшего не согласились с Фемидой и обжаловали приговор. Однако вышестоящая инстанция оставила решение суда в силе.